Живущий в Австралии француз Энтони Лафредо объявил себя черным пришельцем, покрыл все тело татуировками и удалил два здоровых пальца на левой руке ради образа. 33-летний Лафредо отправился в Мексику, чтобы сделать себе операцию по удалению двух здоровых пальцев на руке. Мужчина рассказал, что планирует ампутировать пальцы и на правой руке в ближайшее время и отметил, что пока его трансформация завершена только на 34%. Желание проводить эксперименты с телом появилось у француза 9 лет назад, когда он работал охранником. Поняв, что он живет не так, как ему хотелось бы, мужчина все бросил и улетел в Австралию. Ранее Лафредо полностью покрыл тело и глаза татуировками, отрезал нос и уши, а также разрезал язык надвое ради сходства с инопланетянином. В области лба и щек француз вставил маленькие импланты, а также сделал над бровями пирсинг.